Чтобы избавиться от очага аварийности и не допустить роста числа ДТП, городские власти приняли решение установить новые дорожные таблички по обеим сторонам проезжей части улицы Большая Воробьевская. На участке от Кузнечной до Велишской установлены дорожные знаки 3.29 – стоянка запрещена по нечетным числам месяца, и 3.30 – стоянка запрещена по четным числам месяца. Совместно с табличкой 8.24 работает эвакуатор. Одной из причин, влияющих на безопасность и пропускную способность дорожного движения, является припаркованные на проезжей части транспортные средства. Особенно явно это выражено в зимний период времени, когда припаркованные транспортные средства влияют на качество механизированной уборки. А специалистами отдела организации дорожного движения производится анализ дорожно-транспортной ситуации уличной дорожной сети областного центра.